Ай, блядь. Ай, блядь. Одну ли? Не знаю. В одном месте делай, в другом, но это слишком юморно. За 500 рублей? Ну, бля, на Марс я уже 10 500 отдала. Бля, грузимся, грузимся. Ну, а линзы по 3 500 каждый, это, наверное, потому что... Там какой-то, блядь, синий спектр, чтобы за компом сидеть. Я не просила, а Кули сама сказала, что мне такие нужны. Бля, привет, Старлайт, бедолага. Бля, я, кажись, лучше с мышки. Ай, блядь. Пизду, геймпад. Так удобнее. Чё на телефоне было написано? Надо настройки на клаве посмотреть. Глаз не от этого встает. Ну, значит, меня наебали, хуля. Схватить L... Блять, а почему тут управление-то? Телефон на таб. Что там было написано? Оставьте меня в покое, пишет Хлоя. Возьмите свечу. Ты видишь свечу? Хули так темно-то, блядь? Не трогай свечу. Но свечу сначала нужно взять, наверное, да? Я дикпики... Но нет, я этого не делаю. И что тут написано? Да, говорил. Ну а какая разница? Да, бля, Дюкса, что ты меня душишь? Слезь с моего лица, пожалуйста. За лечение одного зуба? Ой, а я комбинирую. Мы не играем за Дюкса. На южном краю Уэльских долин находится замечательный пример элегантности в архитектуре. Движение это берет начало в конце 18 века. Его ярким примером является средневековая прямоугольная башня и внутренний дворик, соединяющий здание необычной планировки. Оно состоит из вестибюля, гостиной, кухни и игровой комнаты. К задней части здания прилегает восстановленная часовня, используемая в качестве творческой студии. Она имеет особую архитектурную ценность и большое историческое значение. Недавно был проведен его капитальный ремонт новыми владельцами, семьей Уэбб Томас. Понятненько? Ой. Найс. Чуваки, как свечу-то найти? Так, тут что-то было. Опаньки. Мистер письмо? О, я могу взять торшер. Который на самом деле не торшер, а настольная лампа. Свеча в попе, бля. Дюкс, ты для этого садишься мне на лицо? Фу. О, nice note, кстати. Бля, чуваки, свечу не могу найти. Кажется, это дро... О, свеча. О, на си прижим, приседать. О, смотрите, у меня есть свеча. Подсвечники. Теперь еще подсвечники искать. Но она так подсвечивала, что я нихуя не увидела. Подсвечники, возможно, не в этой комнате, кстати, да?
Так, давайте мы просто не будем садиться мне на лицо. Открой окно, но... А, да, кто-то стучится, кстати. Ну там трава. А, бля, я скример проебала, извините. Про странного пацана с шарфом? А чё за игра про странного пацана с шарфом? Бля, чуваки, скример проебала, как играть-то, бля? Ну вот, опять. Что-то про ног? Странный пацан с шарфом, это тук-тук, это от Ice Peak Lodge, которые делали мор и всякую хуйню. Наши мужики, наши, наши. У меня там все чивки, кстати. Угу. Всем не похуй. Knock-knock. Knock-knock-knocking on heaven's door. Фильм есть, Don't Knock Twice, у него рейтинг говна, пиздец. Я увидела, Дюкса, твое сообщение! Когда морда, бля, когда-нибудь? Когда я нормальный режим себе опять сделаю, и не придется, блядь, просыпаться и с гнойными глазами нажимать запустить трансляцию. Реагирую на твои сообщения, Дюкс, этого ты хотел? Бля, скример проебала. Зачем было отключать свет? Ненавижу тебя. Некуси, привет. РТ? А что такое РТ? Российский телефон? Есть такая игра? Пяти, а вы мне говорили про пяти, но я забыла, что это такое. Playable teaser? А зачем мне в тизер играть? Бля, можно заорать? А есть ачивка зажечь все свечи в доме? Привет, Keyboard Cat, мяу. Привет, Мурмурка. Привет, Таноки. Ну, вроде хоррор, да, но первого скримера я проебала. Смотри, тут красное, значит, оно не открывается, наверное, да? Мурмурка, это ты? Ну, если ты хочешь быть Мурмуркой, Дюксель. Привет, Нейчер. Бля, я уже заблудилась в этом доме. Ты сомневаешься в выборе игры? О, смотри, залуп светится. История удостоенной наград. Скульптор Джессики Уэбб Томас. Не в этой, а в Питти. А чё плохого в коридорах? Вся наша жизнь — это один ебучий коридор, но никто ж не жалуется. Нет, кто-то жалуется, но... Вдохновение может прийти откуда угодно. Своё я черпаю из отношения к этому миру, волнующих меня тем. С 9 лет я хотела стать скульптором. Хоть я и постоянно играла из глины, до подросткового возраста я не знала, что у меня есть способность к этому. Я люблю заниматься скульптурированием по сей день. Я очарована узами между людьми. По моему мнению, самая сильная связь у матери с ребенком. А зачем играть тогда в тизер? Кто там? Привет, Хейрут. Смотри, какой смешной ребенок. Такой типа, что происходит?
Бля, опять скример проебала. А где мое отражение? Ну, в VR не должно быть, наверное, отражения, да? Потому что игрок поймет, что это не он. А тут дверь открылась, пока я... Она же была закрыта, да? Департамент здравоохранения и социальных служб, отдел социальной помощи детям. Ответ. Временное постановление об опеке. Дорогая миссис Джессика Уэбб Томас, прошу принять это письмо как форму соглашения относительно Хлои Уэн Уэбб. В свете представленных доказательств и согласия Хлои, рада сообщить вам, что мы можем оформить временную опеку. Как только сроки будут установлены, мы вышлем вам окончательное письмо подтверждения. Искренне ваша Джулия Эндрюс, отдел социальной помощи детям. Интересно, зачем сделали механику швыряния вещами? Я же не буду кидаться в монстров вещами всякими. Или буду? Я бы этого не хотела. Ну, а в VR нравится кидаться вещами? А я точно хочу со свечой под дождь выходить? Ой, смотри, небо-то какое. Ай. Заперто. Никогда не видела фонтан с оленем. Или это лось? Не знаю. Наверное, это все-таки лось, да? А как на шахте бегают в VR-играх? Тук-тук. Это тоже запись. Надо, наверное, лезть туда, где стучаться, да? Темно, пиздец, нихуя не вижу. Но это же та дверь, откуда я пришла. Не открыла ссылку 30 минут назад. Ой, бля, Дюкса, я аж с перепугу пепел стряхнула в пачку сигарет, а не в пепельницу. Прости, пожалуйста. Да, бля, кто стучит-то? Где? Тук-тук. Все, заблудилась. Все, игра непроходимая. Темно еще, пиздец. Надо было гамму, как всегда, выкручивать. Нихуя не вижу. Почему эта дверь закрыта? Это дроп, ну, похоже на то, на самом деле, но пока рано. Knock-knock-knocking on heaven's door. Ну, я ж не полезу по трубе ебучей, или полезу? О, текстурки, Настя, подгрузились. Да, бля, смотри, есть три двери, все закрыты. Что за хуйня? О. Хочешь снова меня бросить, эгоистичная сучка? А точно так мужчин можно называть, Хлоя? Ты подумай. Могут въебало дать. Ключ бери, а где ты ключ видишь? Хлоя — это мужское имя. Хлоя — это отправитель же, нет? Что это такое? Что это такое? Коробка с хлопьями? Сучка женское имя. Так, вот тут вот надо, по-моему, уже это. Будь осторожнее. Да, бля, я застряла в трех соснах. Не смешно. Она закрыта, там красный кружочек. Дальше ли поиграть-то, блядь? Не, ну серьезно, я что-то не понимаю. Может, с лосем что-нибудь поделать надо? Пшено. Бля, ну не, ну просить хинт, потому что я не знаю, куда идти в пустой комнате. Это не смешно, да? Пустите куда-нибудь! В карманах ключ, в смысле?
Но меня не пускает обратно. Вот дверь. Идти в главное меню, но Дюкса. Ну хорош. Может, я не вижу, что в темноте и буча, а? Ну, блядь, не буду дропать, отстаньте. Ну, смотри, вторая дверь. Не открывается. Да, блядь, не факт, как я из кармана ключ достану. В окно. А там окно было? Здесь нет окон, а те окна с жалюзи. А-а-а, скрип, спасибо большое. Там кто-то был. Ну и скрип запустился, теперь дверь-то какая-то открылась, нет? О, открылась и правда. Чтобы пройти игру, посмотрите на окно второго этажа. Самый лучший хинт за сегодня, спасибо. Там кто-то смешно скрипел. Ключ в кармане. Да ну в смысле? Чё, дурак что ли? Дневник Хлоя. Прошло много лет с тех пор, как она меня бросила. А теперь она заявляется, ожидает, что я буду делать вид, словно ничего и не было. Не тут-то было. Как я хочу, чтобы она оставила меня в покое. Она пытается заманить меня своей престижной работой, большим домом. Но она бросила меня, и не могу перестать ненавидеть ее за это. Теперь мы друг другу чужие. Она не годится на роль матери и, возможно, отошлет меня обратно сюда, как только я ей надоем. Лол, а куда книжка пропала? Под картину. Картина, корзина, картонка и маленькая собачонка. Чё ты потушил мою свечу? Слушай, я, кажись, просто петлю долбоёба навернула, да? О, ну тут уютненько. Это комната, из которой я пришла? А кто ноутбук обратно разложил? О, смотри, они теперь в говне. Они не такими были. В игре есть топор. Да ладно, придется сражаться, что ли? Серьезно? А почему рот в говне? Затишье перед бурей. Сейчас орать буду. Бля, они все зафаршмаченные. А какая дверь открылась? Я ж нихуя не вижу, блядь. А свеча потухла, что ли, лол? Как зажечь-то, блядь, камин задроченный, понимаешь? Бля, я даже не заметила, что свеча потухла. Ща. Ну, в прошлый раз я свечу от камина зажигала, поэтому, наверное, нужно повторить, да? А, тут еще вон, еще немножечко говнеца было, да? Так, все, свеча есть, можно поесть. Бля, ну я бы ни в жизни не подумала, что чтобы открылась дверь, нужно посмотреть и увидеть чувака, который скрипит, как долбоеб. Привет, Паданистер. Так, я в эту же дверь залезала, да? Неплох, Слуклопов, неплох. Найс, картина. Молодец, привет. Эта дверь вообще не дверь. Я не хочу наверх. Я человек без отражения, меня не существует. Понятно, идешь только наверх. Понятно тебе? Иду.
О, вот еще стены в говне, кстати. Мосбрук да давно уже игра, в смысле, ты что? Тут заперто. Тут ниша для окна. Рецепт на метадон. Таблетку растворить в 300 мл воды, апельсинового сока или других безалкогольных напитков со вкусом цитрусовых. Дайте таблетке раствориться в жидкости, после чего незамедлительно выпейте. А метадон это что-то жесткое, нет? Поданистер слог клоуфоба не слушаю, он, кажется, не ебался еще. Так что хинт не сработает. Бля, не хочу Кровосток слушать. А, ну ладно, тогда. Тук-тук. А бейсбол? Да, но сильный бейсбол. И если его много жрать, то там, по-моему, эти, как их, трипы, нет? Бля, и тут замок. Дайте хоть где-нибудь поковыряться-то, блядь. Ну не трипа, но на таблетки подсаживаются. Чё от сильных этих... От сильных обезболов. Если много обезбола ебануть, то... Какой эффект-то будет? Типа седативный или чё? Трипа-то это я громко сказала. Мегатрон. Я не смотрела трансформеров. Бля, а чё музыка-то хуёвая? Пропавший ребенок, 9-летний мальчик. Рост ебучий... Ну, это определенно не дюймовочка. Короче, не могу я вам это в метры перевести. Цвет волос каштановый, пропал 10 октября 2016 года. Был одет в темно-красный джемпер поверх белой футболки, синие джинсы, белые кеды. Если у вас есть какая-либо информация, пожалуйста, позвоните по телефону. Фу ты, да, точно. Смотри, какой, а. Чё ты пиликаешь? Мне не нравится, когда пиликает. Сейчас кто-нибудь выскочит и закричит. А меня точно здесь ждут? По ходу дела реально ждут. 1,80 м, а он 4 фута. Он маленький еще. Ай, блядь. Дурак. Мосбрук, вот подобные сноски из статьи а-ля Википедии, они мне нихуя не дают, потому что там дохуя терминов. И ты, блядь, тебе придется гуглить, что такое НПВС, что такое, блядь, блядь, циклосигеназы, что такое ПГ, блядь, что такое бикарбонаты, фермент, что такое фермент? Видишь, насколько все плохо? Пятый класс биологии. Ну, блин, пятый класс был когда? Сколько мне лет? Максимум, что я могу сказать про фермент, это штука, которая выделяется. Нахуя она это делает и почему, я не знаю. Дневник Хлои, 31 октября 2016 года. Ночью мне снилось, что я дурачилась с этой ритуальной фигней. Это было больше похоже на переживание воспоминаний, чем на сон. Пугающая дверь с козлиной головой появилась передо мной. Я была очень напугана. Пропавшие дети, про которых рассказывали по новостям, ждали за дверью. Я кричала: «Не стучите в дверь!»
Последовали два громких удара, и я проснулась в холодном поту. Я знаю, что это был лишь сон, что Баба-Яги не существует, но он был таким реальным. О, опять дверка открылась. Я была наркоманом. Я ненавижу это слово, но это правда. Когда ситуация вышла из-под контроля, я решила, что тебе будет безопаснее с кем-то, кто может приглядеть за тобой. Я пыталась и раньше вернуть тебя, правда, но они препятствовали этому. Они говорили, я не готова, но теперь я готова. Я люблю тебя, Хлоя. Турюнь. Столько записок в одной комнате. Джесс и Хлоя. А тут кто-нибудь постучится в окно? Вообще игра называется «Не стучи дважды», но ко мне стучат не дважды, а постоянно. Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. Ну да, да, я, по-моему, в каком-то фильме смотрела. Много стучат, Дюкс, много стучат. Ой, это кладовая? Что это? Платье. А где трусы? Дурак, что ли? Что происходит? Здесь кто-то есть? Хлоя. А я сейчас играю типа за ту самую мамашу-архитекторшу, которая ее бросила. Я почему-то думала, что я мальчик. Дали ачивку матери-убийца за то, что я кинула матрешку на пол. Найс. Бля, дайте трусы-то полутать, а? Тунь-т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 унь. Я играла в слэшер с трусами. Ай. О, он тут был, да, в прошлый раз? А клетка... О, she is mine. Она моя. Нет, я играла в слэшер трусами. Против трусов. Пока не страшно. А почему смайлик грустный? Кума, не бойся, все хорошо. Слэшер трусами на стриме, да. И даже пыталась озвучивать трусы, как аниме-девочка. Не слэшер был, а как это можно было назвать? Я думала, что если много врагов, и ты их пиздишь, то это можно назвать слэшером. Дневник Джесс, 16 октября 2016 года. Дали ачивку посредственную. Это не про свою игру, да бля, шучу, извините. Арена, битэмап. Бля, вот битэмап, кстати, maybe, но для меня битэмапы, они ассоциируются только с такими. Ну, ты знаешь, как выглядит такой прям древний старый, как на панцупати, по-моему, или панси. Сейчас скажу, у меня даже клип где-то был. Блять, как Steam-то открыть? Ща. Пам. Пенти-пати. Пенти. Могу ссылку вам на игру даже скинуть. А, ну там стрелять еще, оказывается, можно было, да? Аниме мема смешная. Точно смешная она была? Хотелось бы, чтобы Бен был здесь. Все иначе, когда его нет рядом. Он был моей поддержкой, оказывал помощь при деле об опеке Хлоя.
Он был прав, когда говорил, что прошлое изменить нельзя. И самое главное – пытаться жить правильно сейчас. То, что больше всего пугает в рождении ребенка, это не боль и бессонные ночи, но любовь, в которой тебя никто не приготовит. Я любила Хлою, когда она родилась, когда я была под кайфом, когда отдала ее на удочерение, когда нас разделяли тысячи километров. Даже сейчас я люблю ее. Она моя, и я никогда больше не позволю отнять ее у меня. Fast Paced Battle Game. Ебать, это уж какой-то новый жанр. Ну смотри, если это игра для VR, это ж не значит, что мне придется здесь убегать от монстра и прятаться, правильно? Это хорошо. Значит, можно ничего не бояться, кроме скримеров. Надеюсь, я не ошибаюсь сейчас. А, это птичий корм. А я думала, хлопушки. О, беременные женщины, женщины с детьми на рисунках. Интенсивная пизделка. О, прям как у меня в школе. Привет, тормоз. О, Пича. Какая красивая коробка-то, а? У нас таких нет. Ну, может, и есть, но я не видела. Короче, тут по игре разбросано 7 матрешек. Надо их найти. Хочу ли я это делать? Привет, Кирилл. Ступа, свеча. Козлиная бородка. Да, блять. Передняя сторона. Джессика Веб-Томас. Победитель премии Сапфир 2016 за достижения в области культуры. Задняя сторона. Вода из колодца для очищения душ невинных, что она пожирает. Чё, дурак, что ли? Вот эта женщина. О, розмарин. Розмарин помогает во всяких ритуалах. Это ведьмовская травка? Бля, чуваки, Малефисент вчера посмотрела. Не знаю, нахуя, и не знаю, зачем я вам об этом говорю, но вот. Первую часть, да, вторая это же в кино только выходит. Я просто подумала, что раз вторая выходит, у меня вся лента в ВК была заспамлена, ну, скриншотами из первой части, и там Анджелина Джоли, а я люблю Анджелину Джоли, я подумала, что почему бы не посмотреть. Как тебе? Ну, обычная сказочка, простенькая, но мне приятно всегда на Анджелину Джоли посмотреть. Вот. Дневник Джесс, 11 октября 2016. Последние несколько дней было очень тяжело. Хлоя ненавидит меня, но я ее не виню. Я пытаюсь загладить вину, чтобы она увидела, что теперь я могу позаботиться о ней. Позволить им забрать ее у меня было самым трудным решением, которое я когда-либо принимала. Но она была верным. Мне была нужна помощь. Иногда, да даже сейчас, я не могу уснуть и жажду еще дозы. Слава богу, я могу отвлечься работой. Прошлой ночью я несколько часов провела в студии работы над скульптурой. Я еще недовольна результатом, но в итоге все должно получиться. Жаль, что я не могу сказать это о наших с Хлоей отношениях. Неприятно? А почему тебе неприятно? Потому что главная героиня наркоманка? И бросила дочь? Ну, с кем не бывает, ты ёпта, бля. Блядь, тяжело на мыши это делать. А чё, новые анонсировали? Эй, бля, вы что делаете? Блядь, вода теперь тоже в говне. В Малефисенте? Ну, вроде ничего не поменялось, да? Я думала, мы про игру говорим, а мы про Малефисент, оказывается. Про какую игру? Ну вот, видишь, игра для VR. Бля, хочу матрешку найти. О, смотри, кубик. О, кубик. Кубок здесь.
Это нормально или он забаговался? А, я должна найти элементу хуйни на этом ритуальной, на этой ритуальной залупе. Воду нашла, остался глаз, ветер, спираль хуйни и растения, да? Зачем ты со мной это делаешь? Умри! Огонь. Да бля, ебучие дети, отстаньте от меня. А я думала, это растение, а может, это рил огонь. Элементы хуйни на ритуальной залупе. Все так и было. Ай! Ну опять дверь закрыли. О, пиротехника, не прикинь, кажись, пиздиться придется. И что это такое? А, это элементы хуйни огонь, наверное, да? Привет, Рокетмен. Что с вами не так, мистер Ангелочек? Вы тоже в говне. Бля, ну темно, пиздос. Это я еще гамму, блядь, выкрутила. Отвал башки, чуваки. Бля, а нахуй мне голову туда дали, блядь? Сжечь? Сжечь голову? Бля, я забыла управление-то. А, это не тюль, это ж хуйня. Слушай, я проебала баллон. О, нихуя себе ты гений, Мосборг. Но я бы могла до этого додуматься, потому что игра дает мне баллон и хуйню, и... Но я бы не додумалась. Красиво. А почему Ургенец боится спрея? Если он боится спрея, то не надо в него ничего распылять, наверное. Давай я еще раз посмотрю в окно, вдруг там кто-нибудь завыебывается. О нет, сейчас Хлоя выебут. О нет. Это были рыбы, да. Я чертовски боюсь, за мной пришли. Это все моя ошибка. Конечно, твоя. Глупая маленькая девочка. Опаньки. Что тут написано? Ебать, столько ачивок лезет, пиздец. Ачивка хорошо. О, меня похвалили. Прости, пожалуйста, помоги. Эти слова были ошибкой. Какие слова? Прости, пожалуйста, помоги. Заперто. О, какая-то дверь открылась, кажется. Так, ну вроде все потрогала, что могла потрогать, да? Кроме вот этой хуйни важной. А, их можно было читать. Сейчас я тоже прочитаю. Нет, мне никто не пишет смски, прости, пожалуйста.
Себя не потрогала. Бля, почти заботил, кстати. Я тоже никому не пишу смс-ки. Бен Томас, от имени Джессики Веб Томас. Тем, кого это касается. Я знаю Джесс уже более 5 лет, и 3 из них мы были любящими мужем и женой. С большой честью и привилегией пишу я эту характеристику на нее. Она моя вторая половинка, страстная, любящая и заботливая женщина. А обязательно писать про то, что женщина страстная? Может, ты еще и напишешь, в каких позах и сколько раз в день ты ее ебешь, а? Ей можно рассказать о своих проблемах. Она мой голос разума, и я был бы рад, если бы она стала матерью моих детей. Я считаю, что лишить Джесс ее дочери значит лишить ее всего, что она может предложить, а также шанса загладить свою вину. Мы знаем, что она совершала ошибки, но я искренне верю, что сейчас Джесс будет делать все, чтобы Хлоя чувствовала себя в безопасности, счастливой и любимой. Она изменилась, стала успешной, и я действительно считаю, что она заслуживает второй шанс на материнство. С уважением, Бен Томас. Страстная значит зажатая и нескучная. Это тебе кто такое сказал? Ритуал призыва. Духовный самоцвет, аметист, водяной самоцвет, сапфир. Земной самоцвет, эмеральд, огненный самоцвет, рубин, воздушный самоцвет, бриллиант. Дух, вода, огонь, земля, воздух. Угу. Передняя сторона. 9-летняя Хлоя, ее любимая кукла Руби. Задняя сторона. Огонь для приготовления ее холодного мертвого сердца. Серьезно, карта... Ладно. В смысле через строку? Я строку проебала. Вода, огонь, земля, воздух, дух. Кто мне дверь открывает? Какую дверь открывает? О, вот эту, да? О, видел пяточки? Там пяточки были. Ну чё, блядь, тёлка хотела, чтобы по ее домику топали маленькие ножки. Ну вот теперь топают. Что происходит? Кукла на кухне горит. Так, теперь вопрос, где ебаная кухня? Потому что карту я благополучно забыла. Это не выглядит как кухня. Ну, бля, карта же у меня с собой на Майя. Ее с собой взять нельзя. Поэтому пошли за маленькими ножками, да? С собой таскать, да, бля, делать мне нечего. Это тоже не кухня, это стартовая дверь. Подозрительно. Бля, еще стучат где-то. О, открылось, да? Что заперто было? Нет, это в таком-то. Ачивки на все свечи, я не знаю, я не проверяла. Хотеть жрать, бля, я тоже жрать хочу. А это выход. Понял. Давай тогда я еще раз карту посмотрю, да? О, звук хрюньки был. Так, карта, да? Нам на кухню нужно. Ага, через холл с лестницей кухня. Хорошо. Ну, пошли. Привет, Виня.
Она коротенькая, наверное, раз она для VR сделана, верно? Ой, я думала, чья-то рука торчит. Так, холл не тут. Холл, по-моему, тут был, да? Или я пижу? Да, тут. Кто дверь закрыл? Мне на кухню надо. Привет, Сань. О, можно порыться в холодильнике. Точно холодильники так открывать нужно? Жила-была девушка, над которой издевались все жители деревни. Она всегда была одинока, желала стать матерью ребенка, которого бы полюбила. Взрослея, она становилась отшельницей. Дети подшучивали над ней, они стучали в двери и убегали. Сказано, что из-за этого она сошла с ума. Конечно, сильная Mindworks, привет. Одержимая сумасшествием, она заключила сделку с демоном. Этим демоном была Баба-Яга. За сделку девушка получила бы ребенка. За это она должна была служить Бабе-Яге. Она решила отомстить деревенским детям, наложив на дверь свое проклятие. Ребенок, постучавший в эту дверь, становился жертвой Бабы-Яге. Понятненько? О, венцо. Бля, опять скримера проебала. Это та самая кукла, которая горит, да? Может, плиту нужно выключить сначала? Ломайте ручки топором, чтобы открывать запертые двери. А где топор? А, вот топор. Ну, е размах. Ручки ломать? А нахуя ручки-то ломать? А. Слушай, а может я плиту могу открыть нахуй, а? Не, мне кажется, так не работает. Флай, прости, пожалуйста, я могу помолчать 5 минут.
Бля, Флай, прости, выдержал только 2 минуты молчания. Привет, Чингуо. Передняя сторона Джесса — маленькая Хлоя, счастливые времена. Задняя сторона — верная записка, поможет найти двух слуги. Бриджит Инсайдер. Еще один ребенок пропал. За последние недели пропало много детей, включая местного мальчика, который в последний раз видели играющим с друзьями в «Постучи и убегай». Ну, это матушка, кажется, была, да? Та самая. Бля, Тари, ты чё, шутишь, что ли? Спасибо, конечно, большое, привет, но... Я типа, не накрашена и не проснулась нихуя толком. Так, у нас есть огонь, у нас есть вода. Тут была кухня, и она заперта, потому что я уронила холодильник. Знать бы еще сейчас, куда идти, наверх или не наверх. Бля, надеюсь, мне топор больше не понадобится, потому что я его где-то проебала. Тут довольно непонятно, по моему скромному мнению, механика хуйни. В том плане, что если ты проебал топор, то, мне кажется, ты его больше никогда не найдешь. Это я уже тут ходила, я тут находила эти постеры, верно? Черешню почистил. Что-то у меня пока 0 идей, куда мне нужно идти, идти сейчас. А типа мы на кухне взяли фигурку, хорошо. Вот была дверь, говна. Вот пентаграмма. Вот кукла висит, надо к ней подойти. Кажется, ее нужно было зажечь, да? А я опять проебала. Зайлиф? Не, не смотрела. Бля, я где-то уронила, да? Ебать, лул. Я думаю, а чё я в небо выхожу? А это потому что я... Текстурки еще не прогрузились. Но я могу предположить, что раз кукла огня, то нужно ее поджарить. Да? Разумно? Или она просто висит, и с ней ничего не происходит? М? Она вообще какая-то спектра... Ой. Задница? Да, блядь, что происходит? Может, тут что-нибудь поменялось? Ой, блядь. Привет, Ноксвилл. Ну смотри, я вышла, меня напугали скримером, и... Дальше-то чё? Всю, да, она коротенькая. Я ещё мне стрим ачивочки довыбивала. Да, блядь, тихо, надо идти там, где пердит, скрипит и пугает. А где это происходит? Тяжелая дверь. Может, опять в окне какой-нибудь долбоёб появится? И смс-ки не приходят, чтобы провести меня по пути истинному, да? Пошли обратно круги по дому наворачивать, потому что я что-то немножечко это...
Не знаю, чего меня на данный момент хочет игра. А не люблю не знать, чего от меня хочет игра. Свечи постоянно гасят. Нахуя так делаю? Блять. Я так и знала, сейчас на шифте, блять, побегу и напугает меня. А нахуй ты это сделала? Главное, чтобы не было критической ошибки в том, что я топор проебала. Потому что я не знаю, как его достать потом. И где он вообще лежит. Почему его нельзя было постоянно у себя в инвентаре, что ли, таскать? Или что-то вроде этого. Бля, ну пошли петлю долбоеба накрутим. Потому что там все залочено. Тут вроде больше ничего нового не появилось. Хотя кто знает. Просто коробки, ничего интерактивного, правильно? Правильно. Опять ты уронила свою горелку. Чуваки, а если мне действительно понадобится топор, то где я его, блин, найду? Надеюсь, что эти предметы, они, ну, используются в редких случаях. Что, типа, для каждого элемента нужно будет использовать одну штучку. Будь то горелочка. Ищи бабушку. Блин, мне бы хоть кого-нибудь найти здесь. Ну, вот здесь я бегала, здесь дверь... В чулан, да? Тут была матрешка. А, это шутка про преступление и наказание. Понял. Слышал звук? Звук это хорошо. Звук это наверняка значит, что я... О, слушай, интересно, а можно было топором разъебать вот этот замок? Может, не надо, Флай? Это будет странно с твоей стороны. Спокойной ночи. Блять! Пожалуйста, не делайте так, чтобы мне пришлось искать топор. Потому что я не ебу, где он валяется. Так ты молодец, тоже читаешь. Здорово. В поисках проебанного топора. Часть первая. Тут кухня. Раскалить замок огнем? Ну нахуя? Я тоже об этом подумала, но кнопка Е при распылении неактивна. На пианино залезла. Люль. Опять кладовая. Вот отсюда я вылезла. Может, я просто зря направо сразу пошла? Бля, тут кто-то сидит, или мне кажется? Давай по первому этажу ходить тогда. Ну, я здесь была. Это самая-самая первая рума. Ох. Спрей. Ну, штука, на которую ты нажимаешь и пшикаешь. О. Ты моя. Понятненько? Ну, спрей в русском слове, в русском языке тоже же используется это слово. Спрея. От спрея по... Ну, блядь. Ты кого запутать решил? Если тут заперто, то что это значит? Бля,
я думала, что если я увидела надпись на стене, то что то это значит, что я на правильном пути, но нихуя это не значит. Бля, я петлю нахуя навертела, скажи мне, пожалуйста. Бля, уже не смешно. Может, мне обратно вернуться через эту проебину в стене? Может, реально дело в топоре? Которая благополучно где-то дропнула. Еще какая-то карта особняка. Но здесь нет ничего важного, верно? Смотри, где я могла проебать топор, если проблема в нем. Что это такое? Это вентиль отвалился. Вот здесь я взяла топор. Разъебал. А, вот он и валяется здесь. Лул. Чё я решила? Разъебать замок на какой-то хуйне? Надо вспомнить, где эта хуйня была. Где был шкафчик с замочком? Думаешь, можно, да, топориком разбить замок? Я вот не знаю, если честно. Он на втором этаже или на первом был? Ну, пошли еще пару кругов навернем. Может, я вспомню, где этот шкаф был. Игры такие нереалистичные, но не знаю, смотря какой замок. Так, это прям выходная дверь. Тут не надо нам. Пиздануть дверь топором. Но мне давали хинт, типа, руби ручку. Слушай, а может, мне дверь все-таки нужно рубить, да? Так. Вот так, да? Давай рубанем ручку. Оп. И будем ходить с нашим новым другом топориком. Правильно? Где еще были двери с ручками запертыми? О, подвал. Здрасте. Пизду покрасьте, извините. На протяжении многих поколений эту сказку рассказывали детям, которые убегали от своей матери далеко в лес. Ребенок наткнулся на дом, входную дверь которого охранял рогатый козел. Козел заводит ребенка в дом, из которого выйти уже нельзя. Многие видели пожилую женщину, блуждающую по лесу в поисках пропавших детей, чтобы отвезти их к этому дому. Сюжет всегда меняется, но козел в этой сказке есть всегда. Я шутку спиздила? Какую шутку? Хорнд Год. А бывают не рогатые козлы? М? Пизду покрасить? А, извини, я опять забыла, что я говорила минут назад. Да бля, не так много, сори. Так, ну зато продвинулись чуть-чуть. В той игре, в которой застревать вообще неприлично. А нахуй тут еще один топор. Бля, я его опять нахуй выронила. Так не работает, да? Девятка, батя. Так, ну смотри, я нашла генератор, а нахуя? А-а-а. Кручу-верчу, раскрутилась так, что нихуя не поняла. Что там опустилось в итоге? Мостик. Что, рубать будем?
Бля, можно было пиздануться, наверное, вниз. Вот, давай заодно проверим. О, да, можно ломать замочек. О, мистер Матрешечка. А, их, оказывается, не 7, а 13. Бля. Извините. Передняя сторона. Хлоя играется с моей диадемой. Спасибо большое. Задняя сторона. Разгреби камни, чтобы раскопать ее сгнившую плоть. Маш, не надо. Спасибо большое, спасибо. Какие камни-то разгрести? Вот эти, блядь. Чё вообще за пиздец тут происходит? Ну я не умею камни разгребать, я пойду назад тогда. С моей диадемой? Да я могу сама с диадемой поиграться так-то. Не, кажется, там реально нужно что-то делать. Ну, в том смысле, что... Стену разбить? А, лол, да, смотри, тут дыра в стене, я не заметила. Да бля, я здесь не была. А как мне? Как мне их разгребти-то? А! Он забаговался, кстати. Да блять, отпусти! А какой? Вот еще, да? Их точно должно быть так дохуя. Опять оттуда какой-нибудь ебатрон 3000 выскочит. О, жучки. Бля, это симулятор Кладмана. Бля, не могу выцепить. Камень. А, все, вот оно посыпалось, говно. Почему я топором не могу ёбнуть, блядь, по-нормальному? Бля, топор сейчас приебу. Сейчас заорет кто-то. А я могу туда пролезть? Или лучше не надо? Что, назад возвращаться? Я же в стену не залезу? Или залезу? О, смотри, а кто это тут сидит? Пиздумба. Не повезло. О, мячик. Как оригинально. Сейчас, возможно, опять скример будет. Нормально? Бля, Мазбрук, ты чё, напугался? Ебать, туман хуйни, смотри. Бля, чуваки, вы помните, где еще был шкафчик с замком, нет? Русская пиздума, да ну бля.
Еще тени поебываются. О, прогрузилась стена, заебомба. И чё это? А нахуя? О, посыпалась, посыпалась. Привет, матрешка, иди нахуй. У ГГ есть руки, но Юрий, привет. Эта игра под VR сделана. Поэтому мои руки, его руки. Би-блуп. 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 Ну серьезно, вы не помните, где был шкафчик с замочком? Там, наверное, матрешечка лежит. Руки, канделябр и топор. И иногда лак для волос. А.К.А. импровизированная горелочка. Помните? Ну скажи тогда, Дия. Ну скажи, Дия, соколфоб, ну скажи. Ну пожалуйста. Где? Тут? На втором этаже? Да? Спасибо большое, пошли проверим. Ой, ты такой умничка. Ты такой умничка, Mind Vortex. Спасибо тебе большое. Вот она сидит маленькая. Пошла нахуй, матрешка. Пыш-пыш. Пыш-пыш. Пыш-пыш-пыш. Опаньки, а его не открыть, потому что иди нахуй. Я кода не знаю к сейфу. Готовы обосраться? В фольклоре упоминается о проклятии ее слуги. Тот, кто носит это ожерелье, будет выполнять приказы этого демона. Сила злой ведьмы ограничена на земле, поэтому она нуждается в помощи слуги или проклятой души. Сказано, что единственными способами для слуги демона этого обрести свободу является самоубийство или сотворение зла, чтобы кто-либо стал рабом вместо него. Скример, алло, где скример? В смысле? Да бля, я не могла опять скример проебать, ну ты чё, рофлишь что ли? Бля, нахуй я в эту руму заходила? Ну, попыщикали, попыщикали, здорово. Код-то я не знаю же, или я знаю? Там что-то начало появляться, бля. А можно его включить? Я проебала контент. Бля, опять на YouTube придется смотреть. Но я не знаю кода. Это слишком долго. Может, на кровати где-нибудь? Смотри, тут топор не просто так лежит. Он намекает, что им можно куда-то ёбнуть. А куда? Видишь что-то деревянное? Нет? Даже не могу ёбнуть просто, блядь, по рукояти сейфа. Это же тупо. Его знает.
Надо про ту комнату не забыть, потому что там что-то важное. Бля, обожаю, когда над игроком издевается и заставляет шквариться об какую-нибудь парашу, чтобы взять какой-то предмет. Да, блядь. Слышь, а чё она не разбивается? Гордон Блейз. Не знаю. Бля, у меня опять свеча накрылась пиздой. А нахуя она это сделала? Передняя сторона. Помолвка Бена и Джессики. Задняя сторона. Пар раскрывает секрет воздуха. Бля, опять забаговалась. Ладно, все нормально. Да что вы хотите от меня? Ну а я тебе про что говорю? А, их можно разбивать? А нахуя? Я уже видела такую статую, кстати. Да что вы хотите-то, а? Я думаю, хули я двигаться не могу, тут опять скример. Нужен пар, а где я пар-то возьму? Включу воду. Горячую, правильно? А горячая где? Слева? Чё, горячая или холодная? Запотевает? 4-8-6-2. 4-8-6-2, спасибо большое. Спасибо большое, мальчики. Не в ту сторону кручу. Опаньки. Чего, блядь? Вот откуда оно лезет? Я посмотрела, наверное. Не, ну я скримеров замечаю, только когда оно прям мне в это... В ебальник прыгает, он так один раз сделал уже. Так, чё, с кодом разобрались, да? Здесь будем считать больше нечем заняться, да? Ванна говна. Один элемент остался, кстати, тем временем. Какую я еще комнату не открывала? Ну, бля, ну а кто знал, что чтобы открыть двери, нужно ручки ударять? Ну, я знала, конечно, но топор-то я уж проебала. Тут не было двери, которую я не могла открыть случайно. Нет, тут все открыто. Снизу ничего вроде интересного не происходит. Тик-ток, тик-ток. О, у меня подруга недавно ходила, рассказывала.
Чё, какой элемент остался? А, лол, я наебала, у меня еще два элемента, а не... А, нет, один, один. Вот этот, глазный. Глазный элемент. Может, мне топором просто себе в голову ебануть, и нормально будет, нет? Помнишь, в какой-то игре нужен был глаз? Как раз, по-моему, в той, которая по фольклору Норвегии или Швеции, или Швейцарии. Бля, я не знаю. И мне подруга рассказывала, что есть еще хоррор-квесты, завязанные на взаимодействии, что для тебя там люди в костюмах будут доебываться. У нас, например, квест по Silent Hill, по-моему, есть. И что там тебя могут за ноги схватить и все такое. По Твин Пиксу? Ух ты! Бля, мне бы надо Твин Пикс посмотреть. Ты же смотрел, когда шел? А если не смотреть Твин Пикс и идти туда, то ты что-нибудь поймешь? Блядь, темно, пиздец. Пошли обратно в дом, да, и искать дверь, которую я проебала. За жопку не знаю. Так, тут ручки я уже повыбивала. Ой, в Манчкин захотелось поиграть, пиздец. Что, это последняя дверь, что ли? Или она была залочена просто по какой-то причине? Привет, Совгод. Тут открыто, вроде не было внутри дверей. А тут? Тут тоже. Бля, дайте мне закрытую дверь найти. Рояль топором можно было открыть. А рояль далеко был? О, матрешка. Мать России, 6 из 7. О, опять голова. Это та же самая, да? В славянском фольклоре Баба-Яга — это сверхъестественное существо, представляющее собой уродливую и свирепую женщину. Она является наидревнейшей темной ведьмой, обитает в чистилище и питается детьми. Она не может просто взять и пойти охотиться на детей, их нужно принести ей в жертву. Считала, что таким образом сможет побороть саму смерть. Да, ачивка засчиталась как уничтожение матрешки. А мне уже никак не открыть, да? Ну, блин, я вот не могу понять, это та голова или это не та голова. Бля, топор проебала. Фух. Ну хуй знает, открыла я эту дверь, а нахуя? Может, все-таки тут можно что-то сделать? Ну, я тут вроде как была, но почему-то записку про матрешку не прочитала. В тот раз. А тут заперто. А бить не получится. Есть голова, думаю, может ее выдрузить куда-нибудь. А, ну да, вот сюда, например.
Бля, темно, не вижу, где статуя. Но не очень, да? Как ее крутить-то? Голову так не ставится, да? Курьи ножки свои у дома, в котором покойников сжигали. Бля, ее крутить-то как? Как голову приделать тебе на место, женщина? Чуваки, у меня проблема, голова не стоит. Как головы не стоят? Что делать-то, блядь? Скрипт не сработал. Колесо не работает. Мне нужно лицом к себе повернуть, блядь. И поставить, блядь, сука. Ну, Гром, ну подожди, я разбираюсь. О. Так. Бля, она должна быть ко мне лицом, а не в стену. Ща-ща-ща, да, блядь. Она, кажется, застряла. Не, все нормально. Зачем башку? А что мне нужно ставить? Я просто предположила. Топор проебала. А вот он. Просто у меня все, здесь все двери заперты. Я подумала, что поставить голову — это оптимальный вариант. А что мне еще делать-то? Зачем тут лежит голова и статуя? Ну тут типа я зашла в это место, и тут больше ничего нельзя делать. У тебя есть какие-то предложения? Там монстр-то, блядь, уже нападать не хочет. Ну, за малым, кстати. Откройте мне дверь, блядь! Статуя с черепом? Ну, я вроде пыталась размахивать с топором. Или не пыталась? Не, нельзя вроде. Ищи рояль. Ну а вот эта лока зачем? Или она старая? Ну ладно, пошли к роялю. Первый, второй этаж. Спокойной ночи, Накуся. Не, рояль. Рояль был там, где был бильярдный стол. Большая комната на втором этаже, нет? Или на первом? А чё тут можно было топором-то ударить, лол? Ямаха, ямасо. Ну вот, рояль, кума. А, я вот этой хуйни не видела. Спасибо. И чё? Ну, клавиша с кровью, и чё? Ладно.
Ты чё, дурак, блядь? Ту-т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 у. The Boogeyman. Воу. О, мистер Матрёшка. Как вас разъебать, мистер Матрёшка? Мать Россия. Блять, я не знаю, как в VR это все можно увидеть. Пиздец. Спасибо. Да, блядь. Привет, DDR2 SD-RAM. Алло. Все готово, приходи уже. Думаю, оно идет за тобой. Может, не надо убегать? Ну, год сдохнем, посмотрим, да? А Outlast я не люблю Outlast, потому что я не могу пройти момент с генераторами. Меня это бесит. Долбоёб ходит за тобой, и ничего с ними поделаешь, блядь. Так, тут ванная, пошли вниз. Вторую часть не играла. Ну, не знаю, Outlast весь на скримерах завязан, типа, бля. Я тихо на картонах пробовала, все равно залупа какая-то получается. Привет, Хантайбака. Нет, это не страшилка. Что это? Это симулятор поиска элементов хуйни. Welcome to the game. Нет, не играла. Сейчас меня ебать будут. Хочешь посмотреть? Ну там же капа в конце, Юрий. Дело сделано. Сосать, баба-яга! Сосать! Я тебя побью! Интересно, я должна что-то делать или оно само произойдет? А, бля, опять сцену смотреть нужно, да? Ого! Ничего себе! Это же шкаф! А, ну надо постучать два раза в дверь, да? А это-то еще не все. Представляешь? Это-то еще не все. Мы залезли в хату к бабке Ёшке. Пой, частушки, бабка Ёшка, пой. Пыщ. Бля, не могу воспринимать Бабу-Ягу как кого-то злобного, такого прям страшного, как ведьму. Потому что она в детских сказках такая миленькая, смешная. Пеномбра мне понравилась, но я, имея такое хуёвое, блядь, свойство, не запоминать нихуя. Ты шутишь, Чонгву, издеваешься надо мной или нет? Ну вдруг ты хочешь, чтобы я орала? Ты же лысого любишь, он орет постоянно. Может, ты поиздеваться хотел?
А мне нравится интерфейс библиотеки Steam. Я бета-тестер, так что мне не похуй. О, найс. Куда смотреть-то, блядь? А, вот вы где были. Так, а дальше что? Темно, пиздец, нихуя не вижу. Может, надо убежать? О. Идем на свет. И сейчас дверь такая, тю, сосать. Вот ведь не задача. Можно мне развернуться, нет? Или меня саму развернут? Бля, я не могу шею повернуть. А, я в клетке стою. Окей. Ну, стою, и чё? А головой вертеть, нет? Стоп. Открывайте! Ну, любите меня уже нахуй. Но я все равно не могу курсором-то. Или в этом все самое плохое, а? Да, бля, страшно, пиздец. Ну что, ты думаешь, не страшно? Страшно, конечно. Почему я не могу курсором-то двигать? Я ж не вижу, что происходит-то, блядь. Ну, типа, я могу присесть, а нахуя? Не, это серьезно, баг? Или в этом вся соль, что я осталась в клетке? Но музыка тогда зачем напряженная? Почему титры не идут? Может, я что-то не понимаю? Правда, баг? А если я выйду в меню? Заработай, пожалуйста. И не с самого начала. Загрузка долгая, кстати. Привет, Гера Либерман. Ну, сейчас посмотрим, куда сейф, типа, приведет. А, ну недалеко. Ну, пошли заново повторим, посмотрим. Да в смысле прошла, Юрий, нет. Пока титров нет, не игра. Все готово, приходи уже. Думаю, оно идет за тобой. Вот, давай не пропустим ни одного скримера, да? Жжем хуйню. Показываю вам Бабу-Ягу. Вот она где-то здесь, по-моему, была.
А, нет. Да-да же, она вот тут была. Да бля, где я? Слушай, может, мне чувствительность мыши? Очень медленно все крутится. У нас клавиатура мышь. Нихуя не помогла. Там, смотри, был режим скрытности, а нахуя? Может быть, надо было посмотри обучение, да, прицел подсказки. Смотри. Тут же вот эти вот... Или это не то? О, могу крутиться, чуваки. Спасибо большое. Это реально был баг. Убей ее! Бля, топор уронила. Иди сюда, сука. Иди сюда. Давай. На. Ты будешь моей. Кого я в итоге разъебала? Дочурку свою. Кайф. Ну бля, ну чё в самом деле? Игра же под VR. В VR, наверное, реально очень страшно. Наркоманку убила дочь. Ага. Не, ну на тот момент я не прошла игру.